Акушерское отделение городской больницы временно закрыто. Это связано с проведением плановой дезинфекции. Беременных направляют в перинатальный центр Ноябрьска в сопровождении врача на специальном автомобиле. На случай экстренных родов в гинекологическом отделении городской больницы оборудовали специальный родовой блок. В родильном отделении плановая дезинфекция продлится до сентября. Кроме того, здесь проведут косметический ремонт.